В Ярославской областной думе всерьез озаботились состоянием Леонтьевского кладбища. В последнее время участились сообщения в полицию о вандалах. Люди жалуются и на свалки мусора вблизи могил ветеранов войн. Сегодня решением этих проблем занимались в облдуме. На сегодняшнее совещание к председателю Ярославской областной думы Илье Осипову собрались представители районной администрации, правоохранительных органов и частных охранных предприятий. Их задача – выработать совместный план по облагораживанию и охране Леонтьевского кладбища, чтобы к 22 июня не было стыдно перед родственниками ветеранов, похороненных на этом самом кладбище. В первую очередь решили провести субботник. Речь идет не о глобальных каких-то финансированиях по тому, чтобы перестраивать кладбище. Да? Речь идет об элементарном наведении порядка. А наведение порядка – это нужны руки, это нужны волонтеры, нужны добровольцы. Их сегодня мы мнение услышали, они готовы выходить, общественные организации активно поддерживают. Затем по периметру кладбища должны появиться видеокамеры. В идеале они должны помочь бороться с вандалами, которые в последнее время проявляют все большую активность. Момент с видеонаблюдением был связан с тем, что у нас даже мамы обращались, жители и ветераны, как раз с моментами, что у нас есть военный мемориал, да, есть ребята-хоккеисты, да, но вот общая концепция, там весь, как бы все кладбище Леонтьевское не контролируется. Общее благоустройство всего Леонтьевского кладбища, потому что это памятник регионального значения, надо держать руку на пульсе, я думаю, что территориальная администрация с этим справится. Сейчас стартовый как бы этап поможем, и весь периметр под видеоконтроль и соответствующие патрули. На добровольных началах готовы помочь и охранные предприятия. Пока у Леонтьевского кладбища не появился постоянный пост полиции, а такая возможность также обсуждалась, патрулировать периметр кладбища будут частные охранники. У нас уже был подобный опыт по привлечению частных охранных организаций к мероприятиям в период тысячелетия города Ярославля. И, как правило, привлекается до 20 экипажей различных частных охранных предприятий по особому специальному графику, который согласовывается с управлением внутренних дел.